Я на Фейсбуке узнал о викторине, я подписан на страницу в Фейсбуке. Да, я тоже, по-моему, изначально видел в Фейсбуке. Только это была группа Рульф Инхаус и что-то там. От девушки узнал, но она, по-моему, увидела пост в Телеграме. Вот в Телеграме. И результат тоже в Телеграме, в первую очередь, там увидели. Я начал заниматься викториной, потому что в сфере международного частного права. И как раз это достаточно на данный момент у меня еще свежие знания по дисциплине, которую я вот-вот изучал. И были по-настоящему интересные вопросы. У меня лично основная причина была то, что в период такой сложной эпидемиологической ситуации и немного конкурсов каких-то проводится для студентов. Я очень рад, что ФБК «Право» предоставило такую нам возможность поучаствовать и показать свои знания. Я хотел просто получить эту книгу Гарри Борна. Я как узнал сразу, вот как вы и сказали, прям все дела оставил, начал делать. Мне кажется, это очень ценный, достойный приз для любого студента, который изучает международный коммерческий арбитраж. Заслуженное третье место занимает Глюм Фрат и награждается книгой. Большое спасибо. Второе место Смирнов Дмитрий. Спасибо. И первое место Порцов Кирилл. Спасибо.